Полиция поймала 18-летнего наркодилера в Советском районе. После обыска у него дома нашли почти 800 граммов героина и метадона, упаковки и весы. Полицейские выяснили, что он забирал крупные партии из тайников, фасовал у себя в квартире и делал закладки по городу. Молодого человека задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы. У жителей страны остались сутки на уплату имущественного налога за прошлый год. Узнать, есть ли у вас начисления, можно на сайте «Уплата налогов и пошлин» или в личном кабинете налогоплательщика и там же заплатить. Если вовремя не погасить задолженность, вам начислят проценты. Не платить могут сейчас только мобилизованные. Для них сроки отодвинули на период службы, плюс на 3 месяца после увольнения. В крае не снижается заболеваемость педикулезом. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Вшей за последние 10 месяцев обнаружили у 343 жителей края. 131 из них взрослые, остальные – дети. Больше всего случаев педикулеза в Красноярске, Ачинске, Норильске и Шушенском районе. Улица Обороны в Красноярске снова стала двусторонней от Республики до Брянской. Схему движения меняли, пока перекрывали Брянскую и Перенсона для ремонта моста через Качу, чтобы уменьшить пробки. Временные знаки там уберут, кроме одного – светофора на повороте с Обороны на Брянскую. В мэрии сказали, что он оказался удобен для автомобилистов. Курьезная история произошла в Октябрьском районе. Собачью площадку там построили вокруг газели. Администрация по просьбам жителей Киренского решила построить зону для выгула собак. Но на выбранном участке стояла газель. Ее хозяина много раз просили убрать авто. Однако он игнорировал требования. Принудительно отогнать машину тоже нельзя. Правил дорожного движения водитель не нарушал. В мэрии решили не отменять благоустройство из-за одного упрямого человека и сделали площадку вокруг машины.